Всем привет! Сегодня мы с вами приготовим быстрый и очень вкусный пирог из рыбной консервы. Значит, для приготовления этого пирога нам с вами понадобится кефир 1 стакан, 2 яйца, муки 1,5-2 стакана, будем смотреть по состоянию теста, значит, пол чайной ложечки соли, сметана нам понадобится уже, когда мы будем выпекать пирог для смазывания, и для начинки нам понадобится с вами пучок зеленого лука и баночка сардин. Стакан муки в емкость, добавляем сюда стакан кефира. Так, выбиваем сюда 2 яичка. Так, и добавляем сюда пол чайной ложечки соли. Пол чайной ложечки. Вот такое тесто у нас с вами должно получиться. То есть тесто густой сметаны. Вот такое красивое однородное тесто. Готовим нашу начинку. Для этого нам надо нарезать с вами лук. Открыли консерву, слили жидкость и нарезаем с вами лук. Половину теста выкладываем в заранее смазанную форму растительным маслом. Добавляем сюда начиночку. Разравниваем. И заливаем остатками теста. Отправляем в духовку, разогретую заранее на 180 градусов на 30-40 минут. И ждем, пока появится корочка. Эту корочку нам надо будет с вами смазать сметаной. Вот такой корочкой он покрылся, видите, более тверденький. Нам надо его смазать сейчас будет сметаной. И тогда у нас получится красивая золотистая корочка. Вот такой вкусный пирог у нас получился. Всем приятного аппетита!